Ну, можно направо сходить. Вообще направо. Чем лучше налево? Налево? Давай налево. Ты настраивал себе мигание? Сейчас точки мигают. Да. Какой черт, а это мне... Или на качестве сидит. А я снова другу. Не, это страшно. Так моржает. Ага. Но зато точки противника, если где-то там есть, то видно. Ну я как бы и так вижу, так. Просто когда даже когда близко пролетает. Видно, что это противника не свой. Так, для реакции. Сейчас попробую посмотрим, как она. Мне, честно говоря, можно было спать или еще будильник поставить. С товарищем-то с моим. Да. Так, что валит? Сон для слабаков. Да? Кораблики валит. Ну там да по-моему. Корабли идем. На корабли идем? На самое дальнее. На точку пойдем, вот где точка, там же до хрена всяких дотов. Максот, может так уже. Тогда можно спуститься на самую воду и вдоль берега пройти. Я так и хочу. Ходить. Ну я просто пока в облаках летел, у меня здесь не так же палевно. Что раньше на немцах ходил, с той стороны вот было. Спускаешься и доходишь там корабли, лучше добыть. Да, но здесь минус в том, что некоторые люди прошаренные, они туда тоже летят. Я сюда не успел, короче, улететь, как меня сразу же сбили. Вот, а это. Что там твой товарищ? Накопитель сидит. Еще не вылетел. С опозданием больше, чем на час взлетит. Вода? Года что ли? Не понял. Да чего? А, ну, видимо, да. Хотя хрен да. Прогреваешься. Товарищ у меня странный. Очень. Ему 35 лет. Друг моего детства. В прошлый раз, как мне приезжал, заходит он как-то ко мне в квартиру. Я, честно говоря, подумал розыгрыш. Он заходит с громадной коробкой. Вертолет на радиоуправлении. А, блин, я угораю. Сказал, на, подарок. Себе купил. Себе купил? Тебе купил. Ну, ясно. Я думал розыгрыш вообще, честно говоря, что он меня разыграть решил. Нет, оказывается, купил себе. У китайцев торговался за 4,5 тысячи. Он тебе сказал? Ну да. У меня он этот народ у нас радиоуправляемыми машинками занимается. Стандартная дешевая машинка. Это 300 баксов стоило. Только нет, я... 300 баксов. Это было года 3 назад. Это недорого. Нет, ну я понимаю, если бы он увлекался, а он же, скорее всего, просто увидел. Ну, от дурости. Надо купить. Деньги остались 4,5 тысячи, надо купить. Не, ну просто знаешь, вот я в Москве, когда ехал, это был 2008 год, на учебу поступать. Я жил в промзоне, там, возле Химок. И там, короче, вот магазин, они каждое утро, каждый день, они, короче, приезжали к ним люди, взрослые дядьки, и они там по полю катали машины, короче, продавали, вот эти вот радиоуправляемые, профессиональные. Они уже в то время больше 10 тысяч рублей стоили. Нет, я понимаю, это у человека увлечение. Я пойму, даже если он мужик собирает куклу Барби. Я это пойму, если у него такое увлечение.
Но когда вот просто увидел блестящую коробку, надо купить. Ну как бы, 35 лет все-таки. Ну, мужики не взросли. Да? Что ты хочешь? Ну вот ему 35 лет, а на самом деле как было 7. Скажи, да, как в детстве помню, ну? Вот так и осталось. Ну, ну не только я-то повзрослел, а вот он все никак. Мне кажется, что я повзрослел. Ну это как выражение там. Вот сидишь, играешься, вот в самолетике ты. Как выражение самому 40, а ума такой 5-летнего. Ну? Все по-разному. Может, у него в детстве не хватало вот этого вертолетика, ему пипец как захотелось поиграть на нем. Кто знает. Я вон с компьютером в салоне помню, как стоит, он в магазин. Народ, мужики облепляли, короче, витрину с паровозиками электрическими. Давайте постараемся на доты, на нормальные бомбы потратить. Вот я сейчас уже лечу на доту. Блин, летает и мешает. Говорит, давайте доты сам ПВОшку уничтожу. Нет, я доту уничтожу, покупцу ПВОшку. Ладно, ладно, уговори. У меня еще одна бомба. Так, легкий дот вижу. Тут еще одна дота есть хорошая, большая. Вот прям подо мной. Ага. Забрали? О, заберу сейчас. Да. Так, просто тут забрали? Да. Да. Да, одни легкие остались. Спаться будут. Пробил мало. Еще заход. Так, у меня две бомбы, что будет. А у меня еще один легкий дот есть. Попробую забрать. Есть еще бомба? Бомб нету. Пробил.
попадания. Гость. Кобра. Ухожу по нему. На тебя фоксер падает. Увернулся. Отлично, сомкнули строй. Пока догоняй. Давай развернемся. Да, пошли на него. Еще правда шел. Я к девятой. Дали, да? Угу. По правую руку от нас остался. Делаем. Там дальше. Дука, я, ладно, я идем прямо, Пилот. Он еще и загорелся от меня. Так, под берег уходим, так же как пошли. Да, прижиматься надо. Прижимаемся к земле. Выпустить за круги. Ой, тебя догнать. Так, 39-й упал. Поворот влево, прижим под гору. Блин, там эсминец. Пофиг с ним. Привет. Привет. Саня, это я там на тебя шумлю, да? А? А почему у тебя ник в игре LB9? Да? Да, мне Фоксрот придумал новый ник. И... Ну, прощайтесь. Ник должен быть такой же, как у меня. Дорогушечка. Боже. А на Андрюху не обращай внимания. В смысле? Понял еще раз. Я его не заставлял. Ник должен соответствовать нику в TeamSpeak. Так у меня в TeamSpeak тоже поменялся. Ну у тебя LB9? А, ну блин, сейчас девятку добавлю, да. Чуть вверх, чуть вниз. У меня такое впечатление, что я ваши ники лучше знаю, чем вы сами. Да нет, я просто на скорую руку, я в бою тогда был, поэтому я девятку просто. Так, и верхний. При этом, господа хорошие, меня предупреждать надо. Я уже думал, кто-то из стареньких, который давно не играл, уже вернулся. Понимаешь, а сюда не заходит. Я уже хотел его уже нахер выгонять. Вот так вот, блин. Начальство не предупредите. Будут проблемы. Сейчас, Сань, подожди секунду. У нас команда полностью слившаяся. Их трое сбитых. Один из них мной.